Где ты была? В каких краях? Сергей Хомутов-Рыбинск. Где ты была? В каких краях? В лесах таинственных, полях. В каких сказаниях и сказках? Кого за то благодарить? Что мне решился подарить твой образ и в словах, и в красках? Чтоб я тебя однажды смог создать от глаз до стройных ног, до близости, до обнажения и ожидал в своих ночах. Конечно же, не при свечах, но при свече воображения, которую лишь только тронь, мгновенно ощутит ладонь, огонь и нежность. Как такое ты способна соединить? До срока в глубине хранить, ну а потом лишить покоя. Когда стремишься убежать, способен я тебя сдержать? Найдется ли на то управа? Останься рядом до конца. Мое творение. Творца предать ты не имеешь права. Так было, видимо, всегда. У любящих одна беда. Сама любовь, но и спасение. Тем, кто познал ее сполна во все земные времена. И крест она, и вознесение.